запрыгивай. На ферме есть еще зерна. Одна курочка у меня в каске. Опускай, Чарджер. Зерно будет засыпаться сюда. Время преображения миг. Готово. Все, горки, чтобы ссыпать зерна. Отличная у нас получилась кормушка. На дороге опасно. А зачем курочка Ленни переходит дорогу? Чтобы попасть на другую сторону. Снова, и снова, и снова. На помощь. У меня есть идея. Прыгай к своей подруге Бенни. Давай, повеселитесь. Две курочки есть, осталась одна. Крепыш, на лайк-площадке куриный погром. На лайк-площадке? Сейчас будем. Тетя Кран, дедушка Гравий, что вы здесь делаете? Но мы не можем зайти. Смотрите, кран взбесился. Не может быть. Неужели? Женя на башне. Как мы спустим ее оттуда? Поднявшись туда, я сейчас. Но весело. Держу тебя. Молодец. Теперь отвезем вас обратно на ферму. Зона строительства здесь. За оранжевые конусы прошу не заходить. Не волнуйтесь, мы вас оттуда вытащим. Привет! Дело-то плохо. У вас есть идеи, как меня вытащить? Да, есть. Встречайте Чарджера. Пора выуживать строймейстера. Хватай. Поднимай. Поднимай. Осторожно, Чарджер. Тяжелая штука. Мне понадобятся стабилизаторы. Так лучше. Теперь попробуем еще раз. Подай, поднимай, двигай. Совсем другое дело. Молодец, Чарджер. Ах, да, молодец. Но можно было бы и побыстрее. Простите, то есть спасибо. Мне нужно поработать над благодарностью. Ну ничего себе! С такой огромной ямой посреди главной улицы мне придется отменить парад помощников. Нужно просто найти строительный выход. Он прав, я помогу. Своим бездействием. Ладно, я тут, если понадоблюсь. Строительная команда починит дорогу. Тетя Кран, привезешь материалы с лайк-площадки? Ну, конечно. Материалы для строительства дороги сейчас будут. А мы пока заделаем яму и исправим то, что натворил строймейстер. Если готовы чинить дорогу, дружно завойте. Не зеваем, землю в яму засыпаем. Высыпаю. Иногда строительство и вправду грязная работа. Грязная, потому что ты сыпишь грязь. Смешно, Уиллер. А вот и материалы для дороги. Спасибо, тетя Кран. Пора готовить быстро сохнущий бетон. Итак, добавим цемент.
песок, гравий и не слишком много воды. А теперь, щенки рождены мешать! Готовься, целься, заливай! А сверху слой асфальта. Все, мотор, можешь равнять. Мотор гладит. Готово! Мы починили дорогу. Отлично! Вперед, распилочная станция! Хо-хоу! Вот это я понимаю, пила! Надо загрузить еще дерево! Высший класс! Как раз вовремя, щенки! Держите! Можно перестраивать танцпол! Вот это я могу схватить! Хватай, поднимай, двигай! Стой! Я забыла кое-что важное! Новый крюк для диско-шара. И он в Винксе защитный. О, точно! Мне нужен диско-шар, чтобы танцевать с дедушкой. Кстати, о танцах. Нужно ремонтировать танцпол в ритме буги. Хватай, поднимай, двигай! Молоток. Мы любим! Гладкий пол для плавных движений. Ой, он грязный и поцарапанный. Не знаю, будет ли он блестеть, как прежде. Ой-ой, как же я буду танцевать с дедушкой? Не волнуйся, Чарджер, я это исправлю. Оп, губка. Везде чистота, это наша мечта. Вешаю шар, чтобы он не упал. Благодаря винксе-защитному крюку. Вечер парных танцев бухты строителей начинается. Привет, тетя Кран. Привет, щенки. Здравствуй, фермерша Зои. Ух ты, этим грядкам очень хочется пить. Нужно провести к ним воду как можно скорее. Итак, что скажешь, крепыш? Я скажу, все лапы на стройку водопровода для грядок фермерши Зои. Встречайте Чарджера с трубами. Эти трубы помогут провести воду из реки к ферме. А с помощью этих насосов вода будет качаться на холм по трубам, Чарджер. Один насос, второй насос и третий насос. Да, закачаться! Хо-хо! Мы строим водопровод, чтобы поливать огород. Ух, чтобы обогнуть холм, нужно установить много труб. Стальная арматура укрепит водопровод. Вау-шная работа, Микс! Ух ты! Как хорошо у вас получается! Вы профессиональные строители! О, еще не все! Нужно залить это быстросохнущим цементом! Я сейчас! Готовься! Целься! Заливай! Крепыш и команда с гордостью представляет новый водопровод фермерши Зои! И он как раз вовремя! Мой салат выглядит еще хуже!
Окажите нам честь, фермерша Зои. Раз, два, три. Вода! Вот о чем я лаю. Да! У вас получилось. Вы спасли мои овощи. У меня будет салат, чтобы продавать на фермерском рынке. Солнце зовет, крепыш светит вперед. Ура, крепыш! Великолепная идея, крепыш. Друзья, поставьте машины в круг и включите фары. У нас есть свет. Повторяю, у нас есть свет. А значит, мы можем и дальше строить дом для Хрустика. Молодцы, щенки! Такой дом Хрустику точно понравится. Я надеюсь. Доставим его на речку и вернем электричество. Хрустик, мы уже в пути. Лучшего дома тебе не найти. Осторожно, Уиллер, не гони. На дороге могут быть кочки. Ты готов увидеть свой новый дом, Хрустик? Мотай, поднимай, двигай! Ну как, Хрустик, тебе нравится? Ему нравится? Ему нравится? Хрустику нравится! Это так волнительно! Ой-ой! Дайте Чарджеру место. И Хрустику тоже. Я не могу сдержать радость. Я здесь. Ух ты. Хорошо, что у нас есть специальные машины. Автобусу ни за что не проехать по этим камням. Спасибо, тетя Крон! Увидимся на концерте после того, как мы построим туннель! Итак, друзья, все лапы на стройку туннеля! Долг зовет, крепыш, вперед! Отлично, Уиллер! Увози! Везде чистота! Это наша мечта! Левой и правой, вот как мы копаем. Ближе, чуть ближе и стоп. А теперь поднимай. Чтобы камни не падали в туннель, нужно укрепить стены этими металлическими пластинами. Да, так ни один камень не упадет в наш туннель. Оп! Электродрель. Ага, вот зачем тебе нужны были металлические пластины. Очень умно, Микс. Кстати, друзья, концерт Сиера скоро начнется. Думаете, мы успеем закончить туннель? Конечно, успеем. Мы Крепыш и команда. Долг зовет, Крепыш роет вперед. Отлично, Крепыш.
на другой стороне. Я ищу к тебе дорогу. Дай надежды хоть немного. Я ищу к тебе дорогу. Я прорвусь, я прорвусь. Щенки, это суперзвездный туннель. Большое спасибо. Поработаем пилой, и доски станут похожи на крылья летучей мыши. Это поможет мотор держать крылья. А это поможет ими хлопать. Какие упругие крылья! Тынц, тынц, тынц. Осталось только преображение, Микс. Руф! Распылитель! Ух ты! Поднимем летучего щенка. Мотор играет, летучая мышь! Теперь ты можешь летать! Летучий мотор! Летучий мышонок! Полетай с летучий мотор! Мышонок думает, что мотор летучая мышь. Хлопай крыльями, мотор! Всем привет! Мы сейчас! Нужно доставить домой летучего мышонка! Летучего мышонка? Кого, кого? За мной, мышонок! Следуй за летучим мотором! Смотрите, родня летучего мышонка! Смотрите, как они счастливы. Мотор, ты обрадовал летучего мышонка. Я горжусь тобой. О, нужно возвращаться на лайплощадку. Нас там все ждут. Пока, летучий мышонок. Мотор будет прилетать в гости. Тетя Кран, ты нашла гравий? Конечно, но... Дорога завалена. Ветки, должно быть, упали после того, как вы проехали. Боюсь, я могу не успеть. Мама, сбей его, сделай бум! Я бы и рада, мотор, но у меня нет крушащего шара, как у тебя. Крушащего шара? Тетя Кран, у меня есть ударная идея. Я знаю, как нам сделать бетон. Спасибо за помощь, думаю, мы справимся. Удачи и увидимся на лайплощадке. Крепыш, Микс не может сделать бетон без гравия. И мы не успеем вернуться к Шмяк-Шмякеру. Кому нужен Шмяк-Шмякер, когда есть мотор? Мотор делает бум? Где? Помнишь булыжники, которые мы убрали с дороги? А, я поняла! Крепыш, скажем это вместе. А ведь здорово будет, если мы сами сделаем гравий! Я везу тебе много гравия. Итак, я положила цемент, песок, воду и гравий. А теперь щенки рождены мешать! О нет, вода надвигается! Повторяю, вода надвигается! Хорошо, что я сделала быстро сохнущий бетон. Готовься, целься, заливай! Можно убрать деревянную раму. Сработало! Долг зовет, крепыш скользит вперед.
по замерзшей грязи! Смесь, на которой можно замораживать воду. Итак, Микс, осталась самая важная деталь катка. Лед! Готовься, целься, заливай замораживаемую воду. Замерзай, замерзай, замерзай. Воздух очень холодный, быстро замерзнет. Замерзла! Ура! У-ху-ху! Ура! Молодцы! Крепыш и команда! Тебе нравится, Трюфель? Ура! Вся семья в сборе! Привет, щенки! Вот и мы! Мы привезли украшения! Ух ты! Вы посмотрите! Просто невероятный каток! Молодцы, щенки! Это будет отличное шоу! Точно! Шоу! Оно скоро начнется, а мы с Трюфелем так ничего и не придумали! Я паникую! Ну, брось, Уиллер! Я ничего не могу придумать! Все будет хорошо, щенок мой! Правда? Но у нас с Трюфелем большая проблема! Нам нужен новый номер! Что ж, помнишь, как мы действовали сообща, чтобы собрать все материалы и сделать новые украшения? Да. А потом вы с кузенами построили невероятный каток. Да, он классный. Что ж, мы смогли все это сделать, потому что работали вместе всей семьей. И это самое главное в Рождество. Семья! И твоя семья всегда с тобой, Уиллер. Мы все поможем вам придумать новый номер и будем участвовать в шоу с вами. О, вы сделаете это ради нас с Трюфелем? Ну, конечно! У меня лучшая семья в мире. Выметать грязь и выметать. А? Что это? Что это такое? Это мы! Мы едем в новый музей динозавров! За нами Поколейщик Габриэль! О, как волнительно! Что это за громадина? Ему нужен мой попкорн? Укрытие! Это выжинки! Здесь нечего бояться! Это три скелета динозавров! За нами, Карл Кафе! Мы едем в новый музей динозавров! Ух ты! Динозавры! Мне пригодится попкорн! Динозавры! 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 Не волнуйтесь! Динозавры скоро будут! Сейчас! Доставка динозавров! Доставка! Ой-ой, у нас проблема. Повторяю, у нас проблема. Наш музей достаточно широкий, но недостаточно высокий. Не волнуйтесь, строитель всегда найдет решение. Должен быть какой-то способ поднять крышу. Или... А ведь здорово будет, если... У музея не будет крыши! Мы снимем крышу, чтобы динозавр оттуда выглядывал. А над ним установим стеклянный купол. Вау-вау-шная идея, Микс. Все лапы на династройку. Прощай, крыша. То есть крыша. Итак, Чарджер, поднимай тент. Oh,
малыш, мы нашли твоего любимого динозавра. Тираннозавра Рекса! Мистер Тирекс, вы мой любимый динозавр. Опускаю крутых динозавров. И я объявляю музей динозавров открытым! Ура! Готовься, целься, сваривай! Встречайте Чарджера и свет для шоу фонтанов! Встречайте крепыша, который его прикрепит! Нужно больше лампы бластеров! Скорей, родня! Сера Спаркл скоро прибудет! Давайте проверим фонтаны. Ой-ой, нет времени. Смотрите. Щенки, приветствуйте дочь. И зрители собираются, шоу начинается. Привет, бухта строителей. Встречайте с ее новым хитом. Наслаждайся дорогой, моя дочь. Единственная неповторимая Сиерра Спаркл! Привет, бухта строителей! Я так рада вернуться сюда! Я слышала, что крепыш и команда внесли неожиданные изменения, чтобы сделать сцену особенной! Мне не терпится увидеть, что они построили! Мне тоже! Надеюсь, сработает! Это для вас, бухта строителей! Быть сильнее сумеет! Собирать треугольные камни. Вон тот обломок туда. Прекрасно, к нему обломок поменьше. А большой обломок туда. Нет, стоп, в другую сторону. Хотя нет, в другую сторону. Да, вот так. Почти готово, остался тот обломок. Да, вот этот. И последнюю деталь на место. И все, гав-гавтово! Я спускаюсь к вам! Я заполнила распылитель! Готовься, целься, заливай бетон! Молодцы, щенки мои! Итак, я не до конца рассказал вам легенду. Нужно взять 4 треугольника и соединить их. Я держу, то есть моя клешня. Еще немного? Да, один есть. Я помогу. Мотор тоже. Как волнительно. Продолжай, Чарджер. Отлично, родня.
Все готово! Но где радужное сокровище? Свет ведет нас к радужному сокровищу! Я вижу, куда он падает! На земле появилась метка! Туда! Спасибо, тетя Кран! Вперед! До заката совсем мало времени! Дальше! Уже почти! Мы нашли метку! Повторяю, мы нашли метку! Все лапы за дело! За то, что щенки умеют лучше всего рыть! Сундук с сокровищем! Ух ты! Да. Круто! Дедушка, давай ты откроешь. О, спасибо, крепыш. Золотые инструменты. И здесь на всех хватит. Верно. На счет три мы все поднимем инструменты вверх. Раз, два, три.